Известные композиции, сольные выступления музыкантов и вокальные номера под аккомпанемент духовых инструментов. В Доме культуры «Солнечный» состоялся концерт духового оркестра «Подмосковные вечера». В этом году знаменитому коллективу исполнилось 35 лет. Сюрприз будет в том, что мы исполним музыку Петра Ильича Чайковского, струнную серенаду, написанную для струнного оркестра. Аранжированная в прошлом веке нашим легендарным Василием Агапкиным. Легендарный тем, что он автор марша «Прощание славянки». Вот он аранжировал эту музыку, и мы ее вот через 85 лет возрождаем снова. Впервые с музыкальной программой оркестр выступил на Центральной площади в Одинцове 1 мая 1987 года. На сегодняшний день музыканты исполняют разнообразный репертуар, классику, произведения из кинофильмов и мультфильмов, а также песни военных лет. Вместе с оркестром на сцене выступили известные артисты, а также директор Захаровского дома культуры Владимир Веницкий. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грезы огня. Звучало то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна, весна 45-го года. К многочисленным поздравлениям духового оркестра присоединилась и председатель Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова и вручила коллективу почетную грамоту. По старой традиции с 1 мая «Подмосковные вечера» запускают программу «Время добрых встреч», в рамках которой артисты будут выступать около Дома культуры «Солнечный» и на Центральной площади Одинцова. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».